Так, дорогие друзья, мы с Машей сходили в магазин. Ну, что мы купили? Хлеб две булки, одну нашу местную, одна черденская. Хлебозаводской мы не покупаем хлеб. Дальше печеньки вот такие вот взяла. Сало взяла. Кусочек соленого ихнего местного сала. Так, уберу сумку. Дальше печеньки какие-то вот такие вот привезли интересные. Мы такие не брали, еще вот взяли попробовать на вкус. Потом подушки Маша попросила, говорит, мам, купи подушечки. Я говорю, ну давай возьмем. И вот такие вот шоколадные какие-то печеньки. Сейчас я вам покажу, какие. Ваня, ну-ка тихо. Ваня. Какие-то вот такие вот, короче говоря. Держи. Вот Ваня за то, что дерется, Ваня не получит. Извинись перед Машей, скажи, извини, Маша. Вот так вот. На, Маша, сама раздайте там всем. Короче, пакетик таких печенек взяли. Дальше. Конечно, вкусные. Шоколадные, ваши любимые. Потом молока взяли 2 литра. Маша попросила хурму. У нас не все едят, поэтому я 5 штучек только взяла. Яблочек взяла опять целый пакет. И купила лимоны. 5 штучек хочу перекрутить на мясорубке и в ячейке для льда убрать. В холодильник убирать надо их, Маш, они растают. Для льда и потом раз, достал кубик, в чай бросил, хорошо и портится хоть не будет. И дальше, что я взяла? Моющее средство купила у нас, закончилось вот такое вот. У нас ничего тут нет, есть Биолан, Сорти и чист. Ой, какое-то, короче, еще дешевое там, я не стала брать. АОС нету, мы по идее АОС. И вы мне как-то писали, Настя, купи ты на Новый год красивую посуду, чтобы на стол поставить. Короче, взяла. Недорого. 326 рублей. Вот такие вот 6 блюд. Тут 6 тарелок. Сейчас вам покажу, какие они. Ой, неправильно перевернула. На Новый год, где столы, на стол поставить салаты положить, где что еще. Короче говоря, вот такие вот стеклянные тарелки. Это стекло. Чтобы вы видели, вот такие вот они. На стол салаты да что поставить, чтобы все одинаковые были тарелки. Потому что вам не нравится ни пластик, ничего такое. Смотрела. Ну, недорого. Думаю, ладно, возьму, фиг с ним. Что? Угу. Вот такие вот, короче, у меня были покупки. Это сейчас приберу на Новый год. Потом на стол будем накрывать, когда будет новая посуда. В целом, вот такие вот все покупки. Блин, Маша, их мыть сначала надо обязательно. Аккуратно, там уже и так раздавили. Вот такие вот в целом покупки были. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и оставайтесь с нами. Всем добрый день. Ваня, скажи привет. 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 Ребят тут сидят на столе, пытаются прибраться. Да, Ваня? У нас новый день, новый влог. Сегодня на улице, кстати, минус 8. Да, шторку надо приоткрыть. У меня уже все ученики в школу ушли. Вот вы говорите, окна на только весной мыть. Ребят, у нас каждый день вот так вот. И окна текут. Видите, вода вот. Третья вода. Видите? И так каждый раз. И каждый день вытираем. Сейчас будем окна вытирать. Да, Ваня? Хорошо прибираетесь. Молодцы. И кормушка там, видите, под снегом вся. Егорка вчера сыпал корм, а не убрал снег. Ладно, дорогие друзья, всем желаем всем хорошего дня и хорошего настроения. Так, что, ребят, планирую? Поставила варить суп, мясо поставила, печку затопила. Достала кальмар, у меня там пакетик был. Сейчас разморозится, их пожарим тоже с яйцом, с овощами. Вкуснятина будет. Короче, будем кушать, варить. Вчера не помыла посуду. Знаете, уже время ночи было, время час ночи, уже второй, наверное, был. Так спать хотелось. И думаю, да плевала я на эту посуду, утром помою. Сейчас, короче, поставим воду греть и посуду помоем.
Еще и будем кушать варить. Плюс мне надо белье развесить еще. Ушло белье развесить и сухое снять. Короче, сегодня работы много, а рук мало. Господи, кошка уже прискакала ко мне. И что ты пришла? Вчера, представляете, печку вечером, когда уже истопили, открыли. А она, дура, начинает в печку залазить. Да? Чудо в пирожках. Трясешься вся? Ух ты, трясу гуску. Тут вчера махровый носок старый один нашла. Обрезали его. Одели на нее. Сняла. Вот вы говорите про одежду. Она его сняла. Причем моментально сняла. Ладно, дорогие мои, будем готовить, кушать. Если интересно, оставайтесь. Все, ребята, сварила супик рисовый. Извините, просто что-то я это... икаю сегодня опять. Я наложила Ваня с Мариной остывать. А старшие сами себе положат. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Дорогие друзья, у нас время ночи. Время первый час ночи. Ребятки уже все легли спать. Я очистила кальмар на завтра. Очистила все. Убрала. Завтра приготовлю кальмары. И тут у меня дочь, вот мне как-то женщина писала, зачем у вас ребенок ходит на волонтерство, лишнее только хождение, да всякое такое. Ребят, ей нравится, пусть ходит. И вот, кстати, последний раз они ходили на волонтерство, и вот получили подарочек от министерства, я так поняла, природных ресурсов. Сейчас посмотрим, что в этом подарочке. Она мне оставила его. Так, ну первое, у нее от первого, то, что она ходила на волонтерство, у нее была вот такая вот футболка. Она ее, кстати, уже носит, эту футболку. Дальше у нее от сегодняшнего волонтерства что было? Простой карандаш, заповедник Вишерский жемчужного Урала. Такой вот, извините за ногти, но вот не прибирала. Потом брошюрка. Вторая брошюрка и вот такая вот тетрадочка. Вот такие вот у людей. Им иногда поощрение делать за то, что они помогают кому-нибудь. Так что вот так. Все, завтра это отдам ей. Я сейчас себе хочу чай сделать с лимоном. Начала пить вот этот вот витамин С, потому что сегодня готовила суп. После печки мне плохо стало. Я легла и уснула. Муж уже дома был, уже дети дома были. Я легла, я наверное, часа полтора спала. Он потом встал, у меня, знаете, меня вот так вот считает, как будто это... Я сейчас упаду. Состояние было такое. Ну вот, потом вот эту вот шипучку попила, таблетку выпила, и все нормально спала. Не знаю, надо сходить. Детей в садик отдам, наверное, схожу... Как он... терапевту попрошу направление на анализы. Мне кажется, или гемоглобин упал сильно, или же что-то другое. Чай пью с лимоном. Так что попробую сходить попасть к терапевту. Попаду, нет, не знаю, но вот хотя бы попробуем. Посмотрим, что получится. Потому что мне не нравится это состояние. Ну ладно, не об этом будем. Что планирую к Новому году? Будем окна мыть, будем шторы менять, будем уборку везде наводить к Новому году. По поводу елки. Елка еще не пришла. Когда придет, не знаю, я очень надеюсь, что до Нового года придет, и мы ее успеем нарядить. Если не успеем, то ничего не поделаешь. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот был день. Из-за того, что плохо стало, я ничего не снимала. Опять. Да, сейчас скажешь, но опять Тарантино жалуется. Нет, ребят, ни в коем случае не жалуюсь. Я вам всем желаю крепкого здоровья. Всем говорю спасибо за понимание. Спасибо за поддержку. Всем говорю пока-пока. У нас время день. Мы с мужем поехали в город. Нам надо купить мясо, масло. Так, по мелочи кое-что забрать. Так что, если интересно, то поехали с нами. Постараюсь хоть немножко, но поснимать в магазине. Тайсон, привет! Тебя тут замело, нет? Не, нормально. Ладно, поехали.